Казани стоит дождливая погода. Ну и чем заняться в Алании в дождь? Конечно же, отправиться на шопинг. Я решила поменять себе весь гардероб. И сегодня я пришла в магазин Brand Box, который мне очень нравится. Почему он мне нравится? Потому что здесь продается очень много классных моделей и тех фирм, которые я обожаю. Пойдемте покажу вам, какие здесь есть. В этом магазине представлены вещи среднего ценового сегмента. Вот видите, фирма Аделиши, Яргуджи. В общем, эту фирму я не знаю, фирма Only. Моя самая любимая, мой фаворит вообще уже много лет, наверное, лет 10 или 15. И хочу вам показать, какие вещи мне нравятся, какие вещи я ношу. Не ношу я вещи люксовых брендов по многим причинам. После того, как я долго жила в Норвегии, у нас этих вещей было навалом. Ничем они не отличаются от вещей среднего ценового сегмента, поэтому я выбираю свои любимые марки. Это турецкая марка Аделиши и скандинавская марка Онли. Давайте теперь пройдем внутрь магазина, посмотрим, какие здесь цены, какие здесь марки. Ну, в общем, все вам покажу, расскажу на примерах, что модно в этом сезоне. Ну и, конечно же, посмотрите цены на действительно красивые и качественные вещи. Пойдем. Здесь также продаются вот такие вот чемоданы. Какую они цену? 350 лир, маленький. 310 лир, мой самый любимый цвет. Давайте начнем прямо вот с этого стенда. Как я уже говорила, в этом магазине представлены марки Каша, Only и Аделишик, мои самые любимые турецкие марки. И, к сожалению, в других магазинах в Алании эти марки вы не найдете. Магазин Аделишик закрыли. И вот вы видите, сейчас тренд сезона. Это рубашечки в полоску, неважно в какую полоску, вертикальную, горизонтальную. Ну, например, вот эта рубашка Каша стоит 150. Есть также брюки, которые очень классно носить с вот такой вот белой рубашечкой, как у меня. И в какую они цену? Они стоят 149 лир, размер 2. Размер 2, не знаю, какой большой или нет, но вот эти вот брючки я хочу тоже себе взять померить. Это такие более спокойные классические вещи. Возьму себе вот эту вот. Несмотря на то, что говорят, что леопард это не модно и, скажем так, крикливо, на самом деле в этом сезоне леопард очень популярен. Ну, его также можно носить какими-то, чтобы не переборщить, с какими-то брюками однотонными, светлыми. Или даже, видите, вот это вот платье с какими-то леггинсами. Очень модно вот такого вот плана вещи. Есть какие-то более такие вечерние платья, черные. Ну, и, конечно же, милитари. Милитары в этом сезоне тоже очень популярны. Кстати, в этом сезоне популярны совершенно разные вещи, как вы видите, и полоска, и милитари, и цветы. Но сейчас я вам покажу, какие цветы популярны, модные, скажем так, в этом сезоне. Это не обычные какие-то ромашки, тюльпаны и, ну, обычные полевые цветы, а тропические цветы. Вот такого вот плана вещи в этом сезоне очень популярны. Видите, такой тропический принт. Ну, например, моя любимая марка Only. Это платье. Сколько оно у нас стоит? 120 лир. Почему мне нравится эта марка? Потому что я ее ношу еще с Норвегии. И у меня есть вещи, которые я покупала много-много лет назад. Айхан подтвердит. Много очень вещей я до сих пор ношу. Ну, вот видите, тоже популярный модный в этом сезоне принт. 200 лир стоит это платье. Тоже фирма Only. Фирма Only. Что еще вам показать на этом этаже? Ну, вот тоже, видите, такого тропического плана костюмчики. Что касается брюк. В этом сезоне брюки,
скажем так, классика смешана с спортивным стилем. Вот вы видите, вроде бы спортивные брюки, но их можно носить и под классические рубашки с классическими пиджаками. Вот эти брюки, например, недорогие, стоят всего 99 лир. Я себе... Нет, я себе присмотрела здесь вот такие вот брючки фирмы Adilis Chic. Стоят они 130 лир. У меня, кстати, очень много вещей этой фирмы. И носятся они очень хорошо. Стираются, не теряют цвет, не вытягиваются. В общем, и вот такие вот еще, видите, типа спортивно-классические брюки. В таких же я одета сегодня, но у меня эта фирма другая. Очень модно носить летом вот такие вот яркие платья. Стоит это платье 214 лир. Но я сегодня пришла сюда за классическими рубашками. Где-то я видела здесь классные белые рубашки. Вот вы видите тоже, да? Тропический принт, он присутствует, 179 лир стоят эти брюки, и он присутствует, ну, во многих вещах. Кстати, друзья, если вы не покупаете вещи дорогих люксовых брендов, то в обычных масс-маркетах или магазинах среднего уровня, таких как Adilis Chic, какая у нас здесь марка, Каша, магазинах Only, после показов в Милане и в Париже вы можете найти модели, похожие на модели, которые показывают в коллекциях те же самые Gucci, Dolce & Gabbana и так далее. Айхан, пойдем, я нашла здесь классную рубашку. Еще покажу вам вот такого плана вещи, видите, с таким вот интересным кроем. Вот такие платья тоже очень популярны этим летом. Эта фирма тоже Каша, и стоит это платье 169 лир. Ну и, конечно же, вот такие вот вещи на маечку, на какую-то тоненькую футболочку можно надевать. И, конечно же, обычные классические брюки. Это у нас фирма тоже Каша. Стоят они 150 лир. Но, друзья, если вы купите брюки фирменные, то вы будете носить их очень-очень-очень долго. Теперь давайте пройдем к цветным вещам. Как я уже говорила, в этом сезоне очень популярны цвета. Какие цвета популярны? Ну вот здесь вот все цвета радуги у нас собраны, да? В этом сезоне очень популярны фиолетовый, желтый, красный, розовый и зеленый. Вот эти вот цвета очень модные. Поэтому даже, вот видите, кажется, брюки такие какие-то яркие, пестрые. А если их тоже одеть с белой рубашкой, будут смотреться очень здорово. Стоят у нас такие брючки 300 лир. Здесь вещички у нас фирмы Only. Очень хорошая фирма. Вот тоже такого плана брюки. Под обычную маечку или футболочку белую. Супер, будет смотреться вообще очень классно. Такого плана есть майки. Что-то такое вот более или менее классическое. Тоже фирма Adilis Chic 149. Ну и опять же, конечно, тропики. Очень красивое платье. Прям по фигуре платье-карандаш. Стоит оно 200 лир. Так, Айхан, я где-то здесь видела рубашки. А, друзья, я вам что еще не показала? Самый модный цвет этого лета — фиолетовый. 38 размер, фирма Каша, 140 лир. Эти брючки я тоже сейчас возьму, померю и покажу вам, как они будут смотреться. В этом сезоне очень популярен, супер популярен красный цвет. В различных вариациях очень популярны и модными считаются вот такие вот брюки с лампасами. Видите, они тоже не классические, не спортивные. Сколько они стоят? Они стоят 150 лир. Размер М.
Тоже эти брючки можно носить с белой рубашкой. Возьму их тоже померить. Ну и, конечно же, видите, везде, ну, здесь не тропические цветы, но везде присутствуют так или иначе во всех вещах присутствуют вот такие вот цветы. Ну и, конечно же, рубашки, огромные рубашки с красными брюками. Ну, с красными брюками будет перебор, но с какими-то однотонными или даже с белыми брюками вот эта рубашка фирма Каша 150 лир будет смотреться просто супер. В общем, друзья, вот этот магазин в Алании единственный, в принципе, магазин, где продаются такие вещи, как я уже сказала, такие как Adelishik, Only. Здесь вы видите платье. Вот это платье сделано из льна. Очень модная ткань в этом сезоне. Айхан мне нашел какую-то белую рубашку. Белая рубашка фирмы Only. 40-й размер. Вот эта рубашка, кстати, у меня тоже, видите, фирмы Only. 34-й размер. Но посмотрите, какая она огромная. Такая сейчас мода. И, кстати, вот в таких вот вещах очень удобно ходить летом. Это очень простая, я ее мерить не буду. Чокбасюто. Вот такого плана вещи. Лен очень популярен в этом сезоне. Ну, естественно, носить его приятно, вы не потеете. И натуральная ткань всегда хорошо для тела. Так, что вам еще показать? Ну, конечно же, рубашки вот такого плана. Тоже фирма Only, 38-й размер. Но, например, если я беру такую рубашку, стоит она, кстати, 70 лир. Если я беру такую рубашку, то я беру больше размер, чтобы было не так жарко. Есть вот такого плана. Есть здесь, кстати, и джинсовые курточки тоже фирма Only. Стоит курточка у нас 250 лир. И вот такая вот еще интересная рубашечка. С цветочками. Тоже фирмы Only. Стоит она 120 лир. Еще раз повторюсь, что очень-очень люблю я эту фирму, друзья. Ношу я ее уже лет, ну, 15, наверное, точно. Есть здесь, кстати, юбки, но я не фанат юбок. Я юбки вообще не ношу. Но есть вот такие вот, даже штаны популярны очень. Вот такие вот, не короткие, не длинные. Я такие брюки не ношу, мне не нравится. Но есть тоже вот такие вот штанишки. Ну что, опять тропические принты, цвета, тропические принты, видите, буйство разных цветов, какие-то сумочки. И очень модны этим летом вот такого плана кофты. Фирма Adelishik, стоит 130 лир, кофты с воланами. Очень популярны еще складки, во многих, кстати, коллекциях представлены. И, конечно же, рукава с воланами. Я вам тут рассказываю про разные коллекции, Gucci, Dolce & Gabbana и так далее. Почему? Потому что я слежу за всеми этими тенденциями, но дорогие люксовые бренды я не покупаю. Фирма Only, 100 лир, вот тоже видите, в полоску такая рубашечка. Я не покупаю дорогие бренды, а люблю средний сегмент. Вот видите, тоже с воланами. Очень много у меня было таких вещей, когда я в Норвегии жила. Тоже фирма Only. Стоит у нас эта кофточка тоже 120 лир. И в чем плюс этих вещей? В том, что они не садятся, цвет не выстирывается. Ну, в общем, носится очень классно. Так. Есть здесь еще футболки, различные джемперы вот такого плана. Тоже 150 лир. В общем, здесь, друзья, здесь цены 100-150 лир, 70. Ну, 70 лир. Вот, смотрите, тоже такая интересная кофта. Как я уже говорила, с модными в этом сезоне, видите, тоже воланами. Рубашка, платье можно носить с лосинами, с юбкой. Стоит она у нас 190 лир. Говорила я вам чуть раньше про складки. Очень модны вот такие вот складки. Ну и, конечно же, пастельные тона, они всегда актуальны. В общем, друзья, у нас получается с вами такой вот интересный
модный обзор сегодня, который я не делала никогда. Вот такого цвета рубашечки. На этом этаже вещи чуть подороже. Нет, кстати, также 120 лир. Вот эта рубашка. Слушайте, я вот сейчас вот хожу, смотрю на все эти вещи, и мне прям все хочется. Вот такая вот розовенькая, красивая. В общем, здесь много необычных и таких оригинальных вещей. Какие-то что-то типа спортивных. Видите, длинные спортивные кофты с резинкой. С резинкой внизу. Вот это, кстати, тоже очень классная модель на лето. Хлопок с вискозой. Супер. Супер-супер. Красный цвет. Лампасы на рукавах, на брюках. Длинные рубашки, свободный крой. Платье. Кажется очень простым, да? Но длинное платье. Так как я себе искала. Но сегодня платье я мерить не буду. Не хочу. Сегодня я померяю брюки. Вот еще тоже такие рубашечки с лампасами. Ну, красный цвет. Много здесь красного цвета. Кофточки. Платьишки. В общем, вот такое вот интересное еще я платьишко нашла здесь. Слушайте, просто супер. Фирма это у нас. Фирма... Ой, не вижу я. Фирма Quick. Кук. Стоит платье 389 лир. Но очень, очень оригинальное, очень интересное. Супер, да? Айхан? Угу. Очень интересное. И вот такое же есть. Ой, упала с вешалки. Вот такого же плана, смотрите. Вот все, что, вот самое все, что модное в этом сезоне, есть в этом платье. Складки, воланы, цвет. Посмотрим, сколько оно стоит. Фирма Nocturne. Стоит оно 429 лир. Со скидкой. Угу. 429 лир. Такое платьишко я бы себе, кстати, тоже купила. Но, как я говорю, я платье не очень люблю. Тоже рубашка-платье. Рубашка-платье 389 лир. Цветы, желтый цвет. Все самое модное, что есть в этом сезоне. Вот такого плана есть фирмы Only 200 лир плащи. В общем, пишите, что вам понравилось. Я сейчас пойду мерить вещи, которые я выбрала. Здесь уже такие более зимние вещи, плащи, куртки, пуховики. Кстати, кто спрашивал пуховики? Пуховики. Посмотрим, в какую они цену. Это у нас фирма Толис. Стоит этот пуховик... Индиримвар. 479 лир. Скидка 50%. Вот вы видите. На все зимние вещи скидка 30, 40, 50%. Но здесь уже такие более тяжелые вещи, не летние. Плащи, курточки, пиджачки. Что это такое интересное? Какие-то платья. Опять длинные рубашки. Ну и вот там мы видели платье желтого цвета, а здесь вот видите такого грязно-розового, оранжевого. 190 лир. Да вообще. Также длинные рубашки в полоску, про которые я вам рассказывала. В общем, цены, как вы поняли, в этом магазине от 70 лир видела за рубашки до 500 лир, по-моему, есть. Более теплые вещи. Опять воланы. И какие-то вот такие рубашки, платья. Видите, даже с поясом. Можно вот так вот надеть. Будет тоже очень красиво смотреться. Здесь, кстати, есть пальто. Оранжевое пальто.
фирмы Толис. Стоит оно 509 лир. 50% скидка. Серая пальтишка. Айхан, он более большой. Как ты? Тамам бакалам. Вот такое серое пальтишко я себе искала. 429 лир, размер 36. Тамам бакалам. Много различных брючек. Опять, видите, брюки в полоску, в клетку. Очень интересная, конечно, модель. В общем, я взяла померить вот это вот пальтишко. Брючки, рубашечки. Сейчас посмотрим, как все это будет смотреться. Вот такие вот классные брючки красненькие. Видите, они и классические, и с лампасами идут. Более такие спортивные, с белой рубашкой. Носил? Взять. Очень классно смотрятся. Сколько они стоят? На канал? Ну, эти брюки у нас стоят... Какие стоят? 75-78. Очень классные штанишки. Друзья, еще вот такая вот модель. Три четверти, я не знаю, как они называются, очень модные в этом сезоне брюки. Но, кстати, я думала, что они не пойдут мне, но они нас уберешь. Очень интересно смотрится, кстати, тоже. Парка. А? Парка? Угу. Но мне кажется, что как подстреленные в этих штанах. Не знаю. Но мне понравились вот эти, очень понравились красненькие. И я взяла вот такую белую рубашечку, я ее тоже уже померила, но она, в принципе, ничем не отличается от этой. Поэтому я беру рубашку и вот эти красные брючки. Сейчас еще померю пальто. Пальто мы не померили. Фантово. Нет, 40-го размера нет вот этих штанишек, очень не хотелось. Вот такое вот классное классическое пальтишко. Ага. Не обращайте внимания на штаны, но с черными брюками очень классно это пальтишко. Ой, супер. Чё бы за еды? Айхан говорит очень классное пальто. Не кадар бу пальто? $215 шерсть, блин, и прям так, как я хотела. Слушайте, но сегодня я опять разоряюсь, я начала менять полностью свой гардероб. Кстати, напишите, как вам эта пальтишка, мне очень понравилось. Ну и, конечно же, красные брючки, супер. Еще есть вот такая вот рубашечка без пуговиц, но она вот такого вот интересного кроя. Конечно, размер 40 немножко большой. Очень мне понравилось вот это тоже. Друзья, еще я вам показывала чуть раньше вот эту вот рубашку. Она мне большая, к сожалению, размер 2, мне нужна 1. Но посмотрите, как она классно сделана. Можно подвернуть еще рукава вот так вот. В общем, очень оригинальная, классная рубашка. 220 лир. Она совсем не регдюш. Бак, бунналил уже. Тамам. Гемлек. Кремизы панталон, красные штаны. Пальто. И пальто, которое я искала очень долго по всем магазинам, не только Лани, но и в других городах Турции. В общем, вот эти классные вещи. Очень довольна тем, что я увидела в этом магазине, друзья. Поэтому вам тоже советую не покупать очень дешевые вещи. Ну, вот эта рубашка, сколько она стоит? Она у нас стоит, еще раз посмотрим, 160 лир. Но я знаю точно, что эту рубашку я буду носить минимум 5 лет. Она не сядет, не потеряет цвет, в общем, ничего с ней не будет. Ну, а фирма Only, это вообще мой фаворит. Средний ценовой сегмент, супер. В общем, Айхан, бумнажапси. В общем, друзья, взяла я вот эти вот вещи. Очень я довольна. Айхан, сам?
Beğendin mi kıyafetler? Evet. Слушайте, я не любитель шопинга, друзья, но наконец-то в Алании я нашла. Я наконец-то нашла магазин. Айхан. Ben en son böyle mağaza buldum ya. Наконец-то я нашла магазин, где мне действительно нравятся вещи, друзья. Супер. Если вам интересен был, если вам было интересно это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну и кому интересно, оставлю ссылку на это видео, на этот магазин в описании, где находится прям в центре Алании. Ну а на сегодня всем всего хорошего и хорошего шопинга.